Добро пожаловать, блицоводы. Наблюдаем бой на британской самоходке. И вот британец выходит на ТВП. Первая тычка, вторая тычка, третья тычка. И нету нашей ТВПшки чешской. Ну а четвертой тычкой можно и краны покусать. И выходит второй барабан, британец наш. Вазик, минус раз. Идеальная позиция для нашей самоходки, потому что он стоит в поле и просто фармит весь порт всех тяжелых танков, которые там воюют, что-то там пытаются делать. И вот наша британская самоходка находит своего визави в виде бабахи и расправляется с ней вообще без проблем. Идеальный каточек по Т-57 Heavy и Heavy в ангаре. И за Heavy'ком туда же идет наша ВК-шка. Немецкий сверхтяжелый танк. До свидания. Идеальный бой, 6500 урона. Подпишись, поставь лайк.